Итак, здравствуйте, меня зовут Турдаков Денис Юрьевич, я здесь представляю Институт системного программирования. Мой доклад будет состоять из трех частей. Сначала расскажу про институт и, собственно, как у нас происходит образование. Дальше расскажу про технологию «Талисман» и как она участвует в этом образовании. И в конце завершу примерами использования вузов. Институт системного программирования занимается тремя направлениями. Это индустриальные исследования научные, это внедрение этих исследований в индустриальные решения и образование. У нас есть три базовые кафедры везде системного программирования, то есть мы готовим программистов высококвалифицированных. Это факультеты ВМК МГУ, МФТИ и Вышки. Наши сотрудники являются студентами, являются руководителями студентов, аспирантов, читают лекции и ведут семинары. И у нас есть три лаборатории за пределами СПРАН в вузах, которые работают по такой же схеме. Мы, начиная с третьего курса, привлекаем студентов для участия в проектах, в которых есть обычные некоторые заказчики, как раз исследовательские. И люди пишут курсовые и свои квалификационные работы, магистерские диссертации, как раз на результатах их реальной деятельности. При этом мы считаем, что образование и вообще обучение должно использовать самые современные инструменты. Мы их используем в работе и сами создаем инструменты, которыми пользуются дальше сотрудники и студенты. И вот такая схема также позволяет готовить руководителей команд и выстраивать некоторую такую структуру, когда вокруг уже, например, аспирант, у нас есть, собственно, аспирантура академическая. Наши выпускники или, в принципе, бывают из ней люди приходят, начинают у нас работать и начинают руководить студентами сначала третьего курса, ну и так далее. Ну и в целом за время обучения аспирантуры получается, что у такого руководителя уже есть опыт руководства команды там, 3-4 человека, опыт работы, если он к нам пришел на третьем курсе, уже 8 лет. И это действительно такой состоявшийся уже вполне исследователь и разработчик, который, то, что называется Team Lead, который может дальше развивать эту область, ставить новые задачи. Ну и немножко про проекты, которые мы делаем. Это проекты, которые разрабатываются и внедряются в отечественных и иногда зарубежных компаниях. Я вот расскажу про платформу «Талисман», собственно, руководителем разработки, которой я являюсь. Это платформа для построения информационно-аналитических систем. Исторически мы сделали несколько систем в разных областях, и оказалось, что у них у всех есть некоторые общие части, которые каждый раз приходится реализовывать, и чтобы это не тратить на реализацию таких общих частей время свое, мы их вынесли в отдельные блоки. И эти блоки как раз позволяют строить информационно-аналитические системы достаточно быстро. Здесь вот есть примеры некоторых реализованных проектов, это далеко не все, не про все можно рассказывать из NDA, то есть коммерческие заказы, которые не позволяют рассказывать. Вот. Но студенты вовлекаются и аспиранты в разработку как самой платформы, так и систем на основе нее. И таким образом участвуют в реализации реальных проектов. Про платформу. У нас есть несколько в ней составляющих. Это вверху как раз типовые части. Это задачи, связанные со сбором данных. Можно использовать как собственные данные, которые у вас уже есть, так и есть достаточно мощные инструменты поиска и извлечения информации из сети интернет. Платформа вообще позволяет работать как с неструктурированными данными, так и извлекать из них структуру. То есть, например, к вам приходит текст или, не знаю, какой-то файл, это может быть PDF, картинка, PDF может быть с текстовым слоем, без текстового слоя. В принципе, любой файл, который содержит данные, которые можно проанализировать. И дальше, после того, как мы эти данные собираем, мы их обрабатываем, используя современные инструменты, в основном это сейчас машинное обучение, то есть новые модели, которые возникают на основе трансформеров и так далее, сейчас не буду погружаться в детали машинного обучения,
У нас сейчас более 50 моделей, которые решают очень разные задачи, начиная от анализа текстов, извлечения информации оттуда. Например, есть какой-то текст, надо понять, что в нем описывается организация или человек, а человек может как соотносится с организацией, там, сотрудник, директор или просто раньше работал. Вот такого рода информация извлекается и складывается в третью типовую часть, это базы знаний. Базы знаний у нас это, ну, если вот логические математические модели, это граф, то есть узлы и связи между ними. Узлы это как раз люди, организации, персоны, и можно, в принципе, настраивать, какие узлы нас интересуют. Связи, соответственно, точно так же работает, руководители, еще что-то, ну, то есть в зависимости от узлов на конце связи. И у связи, и у вот этих вот узлов, которые мы называем концептами, есть атрибуты. То есть человек может работать, ну, человек из даты рождения, и еще что-то. У, соответственно, организации есть ИНН, дата основания, физический адрес, все что угодно можно тоже сдавать, у нас гибкая схема, можно настраивать. Ну и в связи точно так же. Человек может работать, например, с какой-то должности, с даты одной, другой, ну, какой-то другой даты. Все это можно представить в виде визуальной картинки, то есть мы называем вселенской картой, это граф, на основе которой работает аналитик, уже строит связи и выявляет какие-то нетривиальные связи. Например, я буду рассказывать в конце про систему, которую с МГИМО мы делаем. Вот мы анализировали выборы в одной из страны, в Греции. Выяснилось, что там основной кандидат, у него есть связи с оппозиционной партией, у него просто отец, руководитель другой партии, который с ними в оппозиции. Но по всему понятно, что там есть родственные связи, это уже интересно. Но при этом он еще всю жизнь работал в американских банках, и понятно тоже, какие у него еще дополнительные связи есть. И такого рода аналитику можно делать на основе этого инструмента. Плюс к этому мы работаем с неструктурированными данными, то есть это поисковые механизмы, то есть можно собрать источники различные и искать в них, как в Гугле, например, по ключевым словам, каким-то метаданным, ну и дополнительно мы строим более сложную аналитику. Например, можно связать все с базой знаний и делать запросы, которые учитывают как полнотекстовый поиск, так и поиск по базе знаний. Например, можно построить базу знаний по сотрудникам какой-то организации и постоянно ее пополнять, а запрос будет звучать как «покажи там все высказывания сотрудников этой организации». И, соответственно, когда база знаний будет пополняться, данные будут это вот по этому запросу приходить новые и новые. Ну и при этом мы собираем данные с достаточно большого количества источников, но это недостаточно, потому что Гуглом мы не можем стать. И у нас есть отдельные инструменты, которые позволяют обращаться к Гуглу и другим поисковым системам, чтобы найти данные уже в интернете напрямую, скачать их и потом их интеллектуально обработать. А с точки зрения интеллектуальной обработки, вот кроме того, что я рассказывал, машинное обучение, у нас поддерживается больше 100 языков, и машинный перевод тоже есть. Соответственно, мы умеем работать с этими языками и извлекать из них информацию. Вот на основе вот этой платформы, которую мы сделали, мы строим решение, и в частности, вот один из таких интересных проектов открытых, это проект МГИМО, Института международных отношений. С ним мы сделали систему интеллектуального анализа данных в области международных отношений. Сейчас там уже собрано больше 15 миллионов документов, где-то 10 тысяч новых в день. Это в основном СМИ по всему миру. Сейчас там 15 языков и 30 стран. В базе знаний они вносят понятия с помощью инструментов. Сейчас там больше 17 тысяч понятий и связей между ними. И это все время пополняется. Ну, заказчиком нам является лаборатория интеллектуального анализа данных Института международных исследований. Они как раз используют талисман для решения своих задач построения аналитических отчетов в интересах МИДа, РФ и коммерческих компаний. А также они готовят студентов, ну, то есть они привлекают к построению, вот, решению своих
задач студентов, которые с помощью вот этой системы, построенной на платформе «Талисман», учатся решать эти задачи и готовят реально отчеты, ну, аналитические справки, готовят, которые они должны уметь готовить. Вот. Для того, чтобы все это обеспечить, мы также совместно открыли бакалавриат и магистратуру на базе факультета международных отношений и международных экономических отношений МГИМО. И вот активно развиваем это направление. Кроме МГИМО у нас еще есть несколько дружественных вузов, в котором вот на разных уровнях мы используем талисман, в том числе в МПГУ есть проект, пока еще не буду рассказывать, его коллеги расскажут, может, в следующий раз. Также у нас есть проекты Российского армянского университета в Ереване, в Бранхикс и в Институте динамики систем теории управления Матросова, это сибирское отделение РАН в Иркутске. На этом у меня все. Спасибо. Денис Юрьевич, большое спасибо за выступление и интересный рассказ. Позвольте вот буквально один вопрос. Как я понимаю, вот вы ваше решение, скажем так, поставляете заинтересованным лицам. Подскажите, вот насколько вообще большая команда со стороны этих людей по настройке, допустим, интересующих их СМИ? То есть у вас там регулярно каждый день, допустим, добавляется 10 тысяч новостных сообщений. Вот какая ручная работа, насколько это масштабно вообще? В целом, вот те СМИ, которые уже подключены, работают, это они просто работают, то есть мы настроили. Дальше, если нужно подключать новые какие-то источники, у нас есть достаточно большое количество инструментов, которые позволяют разную степень автоматизации обеспечить. Происходит процесс следующим образом. Нам, например, присылают тоже стандартные истории, там, вот 700 СМИ, которые нужно подключить желательно сейчас. Вот. Мы умеем закинуть эти список URL-ов в систему, и где-то там 30-40% сразу же работает. То есть сбор начинается, можно поставить на постоянный сбор, там, ежедневный, ежечасный или еженедельный, в зависимости от задачи. Вот. А все остальное нужно посмотреть и донастроить. Некоторые вещи донастраиваются просто дополнительными параметрами. То есть там студент вот как раз магистратуры бакалавриата, мы их обучаем, они, в принципе, могут сами настроить. Дальше, если это не получается, есть инструмент визуальной разметки. То есть можно зайти на веб-сайт, плагин для браузера, можно нажать на кнопочку, сказать, вот обходи вот так вот, собирай вот эти данные. И эта карта попадает от входа в систему и тоже начинает собираться где-то, ну, при некоторой сноровке, в зависимости, конечно, от сайта, но в среднем полчаса на сайт – это вот, сложность добавления. Вот. Ну и кроме СМИ, там может быть более сложный сайт, там такие цены собирать и еще что-то, то есть зависит очень сильно от сайта. Ну и последняя ситуация, когда уже все это не помогает, и нужно писать код на питоне, там очень сложный сайт, например, в социальной сети, если нужно собирать, там всегда нужна разработка. И здесь уже на разработку, ее нужно оценивать, это привлечение программистов. Понятно. Ну, то есть, получается, как вы сказали, 40% у вас решается универсальным таким агрегатором, который все автоматически подключается, и получается, вы даже как будто бы там, к тегам не привязываетесь, допустим, разметки HTML, да, то есть у вас плюс-минус это... Не, она привязывается, это вот универсальная разметка, это система, которая заходит на веб-сайт и, соответственно... То есть он заходит, классифицирует страницы и автоматически пытается понять, а где есть новость, где не новость. Ну, я входит сайт, совершает автоматически карту обхода. То есть это такое тут не очень простое решение. Ну да, ну интересно. Ладно, тогда большое спасибо вам за выступление и доклад и желаю вам успехов в развитии вашего продукта. Спасибо большое. И наш следующий участник, Ильгар, пожалуйста, вы готовы? Да, коллеги, добрый день. Здравствуйте. Меня видно, слышно? Видно и слышно, пожалуйста. Замечательно. Тогда начинаю свой доклад. Тема у нас Джалинго как инструмент цифровой визуализации обучающего материала и вовлекающий учащихся в процесс обучения. То есть встреча будет поделена наша на несколько тем. То есть первоначально это показать и рассказать, из чего состоит наша Джалинго-студия. Вкратце объясню, почему она так выстроена, да, и за счет чего мы повышаем вот ту степень вовлеченности, да, у учащихся за счет вот интерактивных таких взаимодействий, интеграции.
интеграции. Начну я, конечно, поговорим о функционале и о примерах. Начну я, пожалуй, с этого слайда, то есть наглядно показано, из чего состоит наша студия. И начну я, пожалуй, с телесуфлера. Суфлер находится прямо напротив меня. Задача его абсолютно для всех понятная, то есть это вывод текста для того, чтобы его можно было зачитать. Но наш суфлер, он непростой, то есть он также выполняет функцию расположения, ну, то есть я визуально вижу, где я располагаюсь, я понимаю, что где я должен стоять, чтобы не перекрывать никакой из элементов цифровой визуализации, которая будет представлена далее. Камера построена специально таким образом, чтобы преподаватель ее не видел, так как практика показывает, что достаточно у большого количества людей просто при виде камеры появляются какие-то волнения и ну, там, начинаются запинки. Да, в нашей студии также присутствует, конечно же, это профессиональное освещение. У нас здесь представлено три фона, белый, черный, хромакей. Я вам сегодня покажу белый и покажу, как функционирует хромакей. И, конечно же, это правый экран лектора для того, чтобы, вот я как правша, сохранять визуальный контакт уже непосредственно не с учащимся, а создать такой визуальный контакт именно с каким-то из элементов презентации. То есть это совокупный программно-аппаратный комплекс, решает вопрос не только увеличения, да, объема вовлеченности, но также и экономии времени. О времени я вам расскажу чуть далее. С точки зрения подготовки любого обучающего материала, да, основная ключевая задача – это экономия денег и экономия времени. То есть за счет того, что там преподаватель пришел, одел петличку, нажал там кнопку, выбрал необходимый ресурс, как я сейчас работал с карандашом, потенциально очень сильно экономится время. Да, и за счет того, что дополнительно не требуется нанимать, покупать какое-то дополнительное оборудование, да, для видеопродакшена, экономится очень много ресурсов. То есть я могу работать в трех потоках, то есть я, например, нажатием одной кнопки, вот я помню, мы вначале говорили о том, что вы включите запись, сейчас параллельно запись включил и я. Студия работает в трех потоках, то есть первый – это онлайн-трансляция, когда мы можем с вами вживую пообщаться, вторым потоком – это запись, и третий – это в записи MP3 с таким же качественным звуком для того, чтобы дальше освещать какие-либо подкасты. И при разработке вот этой всей цифровой визуализации основная задача была это поместить преподавателя в саму презентацию для того, чтобы он мог взаимодействовать. То есть, например, я могу перемещать предметы, могу задать масштаб, могу подвинуть тему какого-либо функционала или какой-либо дать тему выступления. Могу поработать, например, со своим брендом, задать какой-либо необходимый масштаб и так далее. То есть часто еще про нас говорят о том, что функционал и возможности Jalingo Studio заканчивается там, где заканчивается какой-либо человеческий или профессиональный креатив. За счет того, что я взаимодействую с элементами презентации, за счет того, что я перемещаю, могу задавать поэтапные проявления, да, каких-либо элементов, как правило, повышается за счет этого вовлеченность. То есть даже мы проводили опрос учащихся, да, у ряда организаций уже стоят. То есть мы на сегодняшний день установили и внедрили свыше 340 студий по всей России. Как правило, те, кто учились до студии и после, отмечают, что учиться стало гораздо интереснее, потому что основная ключевая часть – это ну, такое некое мобильное, да, обучение, когда ученики там, просматривают какие-то курсы, записи, еженедельные новости, там, новости о студенческой жизни, в общественном транспорте, в библиотеке, дома, в гостях и так далее. Перейдем к функциональной части, да, то есть то, как Jalingo Studio решает этот вопрос. То есть потенциально я могу перемещать не один, а два элемента, как в похожем фильме про Железного человека. Плюсом ко всему часто используется вот такого форма функции, то есть при введении или освещении, да, лекционных каких-либо части можно также скроллить необходимый текст. Есть абсолютно базовые, привычные для нас функции. То есть мы можем зачеркнуть какое-либо предложение, можем поменять цвет. Цвета абсолютно разные, то есть они в палитре находятся. Можем, например, выбрать маркер или карандаш для того, чтобы сосредоточить внимание учеников. При необходимости могу удалить, но более того, если мне нужно подвести какой-либо пример, давайте я цвет поменяю, чтобы было лучше видно. Если мне нужно записать какой-то простой пример 2 плюс 2 равно 4, в моменте я могу сконвертировать его в формат картинки и также с этим примером поуправлять. То есть, наверное, вы как зритель не дадите соврать, что
теперь такого рода учебные материалы смотреть и учиться гораздо интереснее. Есть также базовые такие функциональные вещи. Я взял, допустим, какой-то план помещения, то есть мы работаем абсолютно со всеми разными учебными заведениями, то есть это школы, это колледжи, техникумы, университеты, ДПО, то есть абсолютно со всеми. И как, например, есть, допустим, такая же функция, как картинка большого разрешения. То есть мы можем провалиться в масштаб, можем как-то дорисовать, как я вам ранее показывал, карандашом необходимый объект, сосредоточив внимание на, допустим, защите проекта, да, по архитектуре, как, например. Можем выводить в прямую трансляцию в живом времени из любой точки мира любого спикера. То есть в данном случае перед вами выступаю я, поэтому сам продемонстрирую. То есть это также мобильное устройство с интернетом, с камерой из любой точки мира на производственных работах, лабораторных, для того, чтобы учащиеся могли там сдать какое-то домашнее задание или выступить дистанционно, для того, чтобы продемонстрировать вот производственные работы, потому что мы работаем не только с государственным, но и с, как правило, коммерческим сегментом. Можно выводить видео без потери звука, без потери качества. Единственное, что, чтобы себя не перебивать, я сделал звук как раз-таки чуть-чуть потише, для того, чтобы было меня слышно. И эта функция тоже такая достаточно многозадачная. Можно, как вы успели увидеть, вывести всю картинку на весь экран. В это время видео может быть как со звуком, для того, чтобы, например, преподаватель имел возможность отдохнуть, или же выйти, продемонстрировать видео без звука, для того, чтобы озвучить продолжение вот данного примера какой-то производственную работу или что-либо еще. Есть возможность 3D, вывода 3D-моделей, да, это 3D-графика двух переменных, но на этом мы не остановились. И с точки зрения экономии времени, вот как раз-таки возвращаясь к этому, сейчас на ваших глазах за буквально 15 секунд нажатием одной кнопки я выведу 3D-модель нашей студии, буквально одну минуту. И 3D-модель сейчас выведу. То есть здесь я представил сайт, то есть можно как раз-таки то, о чем я говорил, проводить дни открытых дверей, при этом кликабельность сайта абсолютно сохраняется. То есть если есть какие-то вкладки, в которые можно провалиться, можно осветить тему приема документов, можно освещать там студенческую жизнь, как я вам ранее говорил, и так далее. Так выглядит 3D-модель нашей студии, то есть она точно так же кликабельна, то, как я вам и говорил, передо мной находится суфлер. Вот в этом расположении профессиональное освещение, оно также регулируется и адаптируется под преподавателя, то есть дополнительных никаких настроек не нужно. То есть те, кто из видеоиндустрии, не дадут соврать, чтобы поменять фон и вывести такой хромакей, как правило, требуется от 30 минут. Наша же студия позволяет делать это в моменте. И с точки зрения нас, как компании, организации, мы полностью отечественный производитель программно-аппаратного комплекса, зарегистрированы в Минцифре как IT-компания, и, безусловно, на наш программно-аппаратный комплекс имеется патент. То есть на сегодняшний день похожих студий видеозаписи в мире нет. На этом, коллеги, я постарался, потому что мы немного и задержались, и было всего лишь 15 минут на выступление. На этом я функциональную часть закончил. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием на все отвечу. Ильгар, большое спасибо. Интерактив всегда интересно, и вот так даже стало захватывающе выглядит. Вот что я отметил для себя, вы упомянули несколько метрик, в частности, да, то, что это сильно экономит и время, и повышает вовлеченность учащихся. А у меня вопрос с другой стороны. Вот смотрите, когда преподаватель, педагог, автор курса готовит свой материал, обычно это презентация, да, она занимает относительно мало времени. Накидать картинок, текст и все, готово. Сколько уходит времени в вашем случае, вот на подготовку таких трехмерных моделей? Ведь это же не так просто. Замечательный вопрос. Все зависит от контента, с которым выступает преподаватель. Если мы говорим про формирование 3D-модели, то есть открытые ресурсы, где в той или иной, хотя бы или в косвенной, или в прямой степени можно там скачать или использовать те же самые 3D-модели. Если мы говорим про педагога, который пришел со своей библиотекой, да, и он является носителем знаний, вот как раз-таки тоже очень важная тема, то есть студия G-Link позволяет раскрыть личностную харизму. То есть мы ушли от цифрового аватара к
вот такой вот живой эмоциональной коммуникации, да, где преподаватель может еще также жестикулировать, работать невербально и так далее. Отвечая на ваш вопрос, то есть наша студия интегрируется абсолютно со всем, чем угодно. То есть для того, чтобы поэтапно проявлять или перемещать предметы, можно там воспользоваться нашим редактором. То есть заходите на сайт, в разделе «Ресурсы» можно его скачать. Логика плюс-минус такая же, как в PowerPoint, то есть добавляете элемент, добавляете логику проявления. Если необходимо, можно ее немножечко задать такую контрастность, да, для того, чтобы, чтобы она была ярче или более тусклой. Плюсом ко всему, наша студия интегрируется с PowerPoint, интегрируется с PDF. То есть фактически любой преподаватель, который когда-либо готовил какой-либо учебный материал, наша студия с любым этим ресурсом и инструментом интегрируется. Поэтому это не всегда обязательно должна быть 3D-модель. Например, есть такая тема, когда преподаватель физически, допустим, 40 минут сложно стоять, он может поставить себе барный стол сюда у доски, при необходимости может что-то подвигать, выбрать карандашик, что-то написать, взять презентер и вернуться на там, любую другую страницу или же просвещать какую-либо тему. Ну, то есть, я повторюсь, наша студия как раз-таки и не то чтобы даже студия, здесь больше компания решает вопрос удобства для преподавателя, чтобы не болела голова на постпродакшн, не болела голова о том, как бы это сделать красиво с вау-эффектом. То есть, фактически, человек пришел, подгрузил в сервер свою презентацию или какой-либо урок, нажатием одной кнопки начал сжать запись. При необходимости может эту запись закончить. Угу. А результатом будет, по сути, видеоролик. То есть каким-то образом скачать материал вот, не получится, да? Все получится. То есть можно и видеоролик. Давайте вам сейчас покажу пример того, что мы с вами уже успели сделать. То есть я... Ага. Так, сейчас, минуту. То есть фактически, повторюсь, так как наша студия ведет и прямую трансляцию, и... Ага, все, сейчас, минуту, звук выключен. Давайте перейду на этот. То есть вот она презентация, вот оно выступление, которое я перед вам сейчас демонстрировал. То есть мы можем выбрать опять курсор. И это уже доступно в MP4 или же в формате в Full HD. То есть... Угу. Все то, что я вам сейчас рассказывал, уже доступно, или же в 4К в том числе можно при необходимости. Единственный вопрос – это вопрос площадки. То есть все то, что я вам уже рассказывал, уже доступно в записи, так как я нажал, как повторил, там кнопочку «Стоп», и уже можно будет это все смотреть. Угу. Меня очень и там здорово, показывают. Да, интересно. Спасибо большое за ваше выступление. И тогда я предлагаю перейти к следующему нашему участнику. Дмитрий Сергеевич, пожалуйста. Так, меня слышно? Видно? Да, видно и слышно. Да, всем добрый день, меня зовут Дмитрий. Я работаю аналитиком в компании LensZmetrix. Сегодня я вам расскажу о том, как мы оптимизировали расписание и пространство в университете ТМО и какие это преимущества дало университет. Собственно, начнем с такой базовой и интуитивно понятной идеи. Любой университет или образовательное учреждение хотело бы, чтобы его студенты и ученики были так или иначе успешны. То есть, чтобы у них были успешные проекты, чтобы у них были успешные научные исследования или какие-то стартапы. И это все невозможно без взаимодействия между студентами. При этом взаимодействие напрямую связано со временем, которое ребята проводят в университете вместе. И у нас возникла гипотеза о том, что мы хотим максимизировать время, которое студенты проводят в университете. И для того, чтобы проверить эту гипотезу, мы собрали большое количество данных. Мы собрали данные с камер видеонаблюдения, собрали данные по СКУДу, то есть проходки по турникетам, собрали данные о расписании, бронировании помещений и также опрос интервью со студентами. Мы провели большое количество исследований с различными параметрами, с различными метриками, считали статистики и прочие моменты. Ну и, собственно говоря, эта идея подтвердилась. Ну, например, у нас есть информация о среднем балле и о количестве дней, проведенных в университете. И даже вот здесь, вот невооруженным взглядом, видно, что те ребята, которые проводят в университете больше времени, чем остальные,
получают в среднем больше, средний балл. Также мы поняли, что один из основных эффектов, который получается от максимизации времени в университете, это сами помещения, в которых ребята проводят свое время. Но просто открыть помещение недостаточно, потому что в ITMO есть энное количество коворкингов, там порядка 6 больших коворкингов, при этом средний визит оставался на протяжении 3,5 часов у студентов, и студенты посещали университет примерно 2 или 3 раза в неделю. То есть это суммарно 10 часов в неделю против 40 часов, когда человек проводит их, ну, на обычной работе. И корпуса университета в целом – это огромный ресурс, который можно было бы использовать более правильно. Он регулярно действительно недоиспользуется. И у нас есть простающие гигантские холлы и помещения. Наша идея для решения этой проблемы состоит в том, что нам нужно заполнить эти пустые пространства так, чтобы там кипела жизнь. Мы хотим найти эти пустые пространства, мы хотим их оптимизировать и хотим понять, как это можно сделать максимально эффективно. Ну, например, у нас есть две фотографии. У нас слева представлено обычное занятие, когда преподаватель решил провести его в онлайне, сообщил об этом ребятам, но при этом в расписании осталась занята аудитория. Преподаватель пришел в эту аудиторию и начал проводить свое онлайн-занятие. Хотя мог бы это, например, сделать дома, и ребята другие могли бы прийти в эту аудиторию, или другой преподаватель мог бы занять эту аудиторию для проведения своего занятия. Справа представлена большая лекционная аудитория, в которой тоже проводятся занятия, на которые пришли малое число ребят. И они бы, например, в теории могли бы перейти в аудиторию с левой картинки, но, к сожалению, из-за проблем с расписанием, из-за пересечения, они не могли это сделать даже физически. Исследовав такие случаи, мы пришли к тому, что примерно 25% аудитории, они так или иначе либо простаивают, либо там маленькая посещаемость этих занятий. И с этим надо было как-то бороться, как-то понять причины этого. Мы решили пойти от обратного и понять сначала, почему студенты уходят после занятий. Одна из причин – это нет повода на самом деле прийти на занятия, например, вот онлайн-предметы, как был представлен до этого на картинке. Или же это проблемные дисциплины, на которых неинтересно, неактуально, что-то с ними не то, и с ними надо поработать, как-то их преобразить и улучшить. Также ребята после занятий уходят домой, потому что они банально не находят подходящих мест для того, чтобы остаться в университете и провести какое-то взаимодействие. Они не могут сделать домашнее задание или там, обсудить какой-нибудь групповой проект. Мы захотели исследовать этот пользовательский опыт до конца и понять, где ребята предпочитают проводить в целом время. Для рассмотрения мы взяли наши коворкинги и начали изучать подробно, что там происходит. В данном случае у нас есть картинка того, что происходит в коворкинге там, 5 часов утра, то есть коворкинг абсолютно пустой, но при этом вот, человек решил занять определенное место с компьютером, с удобным стулом, со столом и провести там время. Мы это видим на тепловой карте, которая отображена справа. Тепловая карта представляет собой результат проекции людей на план помещения и последующую аналитику на основе этих данных. Также мы можем посмотреть примерно в это же время, то есть это около полуночи, как другие ребята себя ведут. То есть они группируются вокруг определенных столов, которые можно подвинуть, и соединить их в какие-то командные блоки, чтобы им можно было удобно вместе делать домашние задания, обсуждать проекты, возможно, придумывать какой-то свой новый Google. Также у нас есть следующие зоны, в которых, например, когда коворкинг пустует, ребята вообще не сидят. То есть они полностью простаивают. Но как только коворкинг начинает заполняться, как только тепловая карта становится гуще и больше, в этих местах начинают появляться ребята. И, скорее всего, они там сидят не из-за того, что им удобно там сидеть, а потому что выбора нет. И когда новый человек приходит в коворкинг, смотрит, что мест нет, некуда сесть, я, например, на этой лестнице не хочу сидеть, потому что мне будет неудобно, пойду-ка я домой. И на такую целевую аудиторию мы бы хотели бы взаимодействовать. Мы бы хотели, чтобы он остался, чтобы он поделал домашнее задание со своим одногруппником, возможно, один, возможно, в команде. То есть, чтобы произошел какой-то нетворкинг, чтобы он, например, сделал свой на Google. Для того, чтобы понять, как улучшить эту ситуацию, мы
придумали, как проводить эксперименты. Мы начали замерять различные метрики после того, как начали производить различные изменения либо в помещениях, либо на какие-то группы студентов. То есть мы смотрели либо заполняемость помещения, либо удовлетворенность студентов. И удачные эксперименты мы хотели масштабировать, ну, неудачные, собственно говоря, менять. Все это дело мы полностью автоматизировали, то есть весь процесс от сбора данных до аналитики и экспериментов, он абсолютно автоматизирован и предоставлен университету. И у сотрудников есть возможность автоматически выгружать отчеты, смотреть выгрузки, смотреть какую-то аналитику на основе тех данных, которые мы собираем и которые мы предоставляем университету. Ну и с нашими сервисами в университете ИПМО устраняет вот это 25-процентный простой аудитории, корректирует учебные дисциплины и планирует большое количество общественных пространств в новом гигантском кампусе под Петербургом. Ну, несколько дополнительных материалов про пользовательские интерфейсы, ну и как они работают на примере ИТМО. Ну, так выглядит у нас, собственно говоря, внешний вид системы, то есть у нас есть сайт, на котором можно посмотреть непосредственно востребованность зон в общих помещениях. Мы можем посмотреть на конкретную зону, на тепловую карту, на относительные и абсолютные показатели для этой зоны и составить полную картину того, что там на самом деле происходит. Также можно посмотреть на то, как у нас ведут себя студенты в конкретных учебных корпусах, как себя ведут группы в этих студентах, группы студентов, чтобы понять, какие являются проблемами, с какими стоит поработать, понять причины, а что пошло не так и как сделать так, чтобы ребята, например, ходили в университет с удовольствием. Помимо всего прочего, мы можем сопоставить информацию о загруженности конкретных аудиторий с той информацией, которая у нас есть по планам в расписании. В данном случае вот на середине представлен этот график, где прямоугольники синие – это непосредственно сами занятия в расписании, а зеленая ломаная – это абсолютная информация о загруженности в конкретные часы. Так мы можем понять, после каких пар студентов, наоборот, остаются в аудиториях, на какие пары студенты приходят, например, заранее, какие пары, например, они посещают неравномерно, и что вообще в целом происходит во время занятия. Также мы интегрировались с приложением для студентов, где любой студент может посмотреть расписание, оценки, ну и прочие сервисы, одним из которых является наш сервис по загруженности. То есть ты можешь посмотреть, какая загруженность в коворкинге, в столовой, и решить для себя, куда я пойду поработать, чтобы мне было более комфортно. Ну и для вузов-партнеров мы поняли, что это решение можно распространять дальше и в целом готовы для интеграции с другими вузами, чтобы помочь решать похожие проблемы или искать какие-то новые для ваших конкретных случаев. Поэтому спасибо большое за внимание. Жду каких-то вопросов. Да, Дмитрий Сергеевич, спасибо большое за выступление. Действительно, тоже интересное решение такое. У меня сразу возникли следующие такие вопросы. Вот я так понимаю, вы анализируете и оцениваете, в принципе, не только аудитории, но еще и общие какие-то пространства, коридоры, какие-то такие другие помещения, да? А вот скажите, а вы пытаетесь как-то измерять качество проводимого времени студентами, то есть или полезность этого времени, то есть как бы активность какая в этом вот месте, то есть чем они занимаются, является ли это совместной работой над проектами, или он там просто сидит и играет на ноутбуке? Это сложная задача, на самом деле, для того, чтобы понимать, что вообще происходит на кадре. И на самом деле существует большое количество различных вариантов того, что может вообще в принципе происходить. Мы это исследовали скорее в общем плане того, что в целом происходит, чтобы подсветить какие-то различные моменты. И если у нас на самом деле есть проблема, то мы ее подсветим. А дальше, копаясь вглубь, мы сможем понять, что действительно происходит в различных зонах, в коридорах, играет ли кто-нибудь там или что вообще происходит. Угу. А, допустим, какое-то вот, если мы говорим про нетворкинг, мы можем как-то отслеживать, допустим, человек работает в одиночку или там с кем-то в паре или там в команде, то есть в эту сторону вы как-то смотрите? Смотрите, про конкретного человека мы не хотим говорить, потому что это все-таки является персональными данными, и, в принципе, это идея уже большого брата. То есть то, что мы изучаем и измеряем, это абсолютно анонимизированные данные. Мы не знаем, что ты являешься тобой, то есть ты просто человек, как субъект.
Для того, чтобы понять, является ли человек, ну, занимается ли чем-то он в командной работе, мы можем посмотреть на тепловую карту, и если это действительно так, то там будет некоторое скопление людей, и мы это сможем увидеть по точкам. То есть, например, если мы вернемся чуть подальше, я не знаю, видно ли мой курсор. Да, курсор верно. Угу. Но, например, вот здесь вот, то, что я показывал до этого на фотографиях, собственно, вот эта зона, она как раз-таки выделяется тем, что ребята сюда подсаживаются, и чаще всего они сдвигают столы к этому месту, чтобы проводить время командой. Вот, собственно, на тепловой карте это можно отследить. Да. Понятно. Ну и, собственно, вопрос, какие управленческие решения в итоге вы принимаете на основе этих данных? То есть что уже было изменено? На основе этих данных были проведены перепланировки в коворкинге, то есть то, что есть сейчас, это во многом такие немного устаревшие фотографии, потому что ребята, которые посмотрели, ребята, которые ответственны за общественное пространство, посмотрели на эти данные, на эти выгрузки, они приняли решение о некоторой реформации, то есть они добавили сюда дополнительно стулья и столы для одиночной работы, потому что от этого был, на это был запрос от студентов. И в дополнение к этому они увидели действительно, что такой запрос есть по тем данным, которые предоставили мы. Они тем самым смогли оптимизировать вот так вот коворкинги. По дисциплинам различные факультеты посмотрели на то, как в действительности проводятся их занятия, как в целом идет распределение нагрузок, какие дисциплины проблемы, и с теми дисциплинами, которые оказались проблемны, те, кто отвечает за качество образования, департамент образовательной деятельности, он провел там расследование, беседование с преподавателями для того, чтобы понять, а что не так с процессом. И удалось изменить порядка 5 дисциплин, которые действительно были устаревшие. Это подсветилось, это было подтверждено отзывами студентов на эти дисциплины. И ну, тем самым эти дисциплины реформировались. То есть преподаватель сел и переделал дисциплину так, чтобы она была интересна. Ну, то есть прямо результат налицо, как говорится. Что ж, ну, тогда большое спасибо вам за выступление, за интересную беседу. И, спасибо. Наверное, мы уже да, подводим итог нашей сессии, нашей мастерской. Так, у нас в чате вопросов, кажется, не было к нашим участникам. Поэтому что, мне-то остается всех поблагодарить еще раз, наших участников поблагодарить, наших зрителей, которые, надеюсь, с нами незримо присутствовали, и пожелать всяческих дальнейших успехов в ваших прикладных и практических решениях. Спасибо вам большое за участие.